На участке трассы Краснодар-Верхнебаканский в районе поселка Афипского продолжаются ремонтные работы. Главная задача – устройство нового и укрепление старого дорожного полотна. Из запланированной общей площади в 123 тысячи квадратных метров отремонтировано уже 86 тысяч. Бригады расширяют проезжую часть, выполняют ремонт съездов с магистрали, переустраивают наружное освещение и светофоры, улучшают системы водоотведения. Приведут в порядок и автобусные остановки. Полностью завершить ремонт трассы планируют в октябре этого года. А пока движение транспорта на этом участке продолжается в соответствии со схемой ГИБДД по одной полосе в каждом направлении.